Итак, специально для неумеющих читать школьников, озвучу главную мысль. Это не решение твоей проблемы при подключении к серверу. Это развлекательное видео. Научись вначале читать название, а не смотреть на картинку. Оло. Слава Украине. Ага, она самая. Изменилось что-то? Ну, да. Я мамку, например, твою услышал. Явно что-то изменилось, да. Ну, у меня, это, потеребил я интернет. Но он у меня висит, этот телефон под крышей-то. Должен нормально быть. Под крышей висит. А ты в Хамачи зашел? Нет, не надо. Погоди, а ты установил вообще сборку? Сука, я даже ты лаунчер не установил. Почему у меня ничего нету? Я винду Арсений снес и все. Ща, погоди, я в Хамачи зайду. А, я понял, это вопрос интимного характера. У меня ничего не установлено, Арсений, у меня чисто винда, как анус девственного голубя. А там можно, типа, на экран смотреть? Просто я помню, задавал, типа, вопрос. Нет, меня, типа, знаешь, препод сказал, на экран не смотри, там ничего нет. Он, типа, я такой спрашиваю, типа, а куда смотреть? Такой говорит, на потолок смотри. Но я сидел в потолок все время смотрел. Не, просто я помню, мне надо было сдавать. И мне, короче, говорили, что, что типа, ты должен смотреть только в камеру, там нельзя отворачиваться вообще, все такое. Сейчас я создам тогда. Это, знаешь, это как мем. Это смотришь в камеру, такой, да, блядь, я тебя захуярю. Продолжите, зарегистрируйтесь, блядь. Давайте регистрироваться будем, это же такая анальная прелесть. Что? Что ты рвешь? Анальная прелесть. А что такое, метищи? А, мытищи! Да, мытищи. Сука, тут так написано, мытищи. Зондирование, сука, я сейчас анус твой прозондирую. Если бы ты видел сейчас качество твоей демки. Сука, сраные иероглифы. Теперь, короче, зайди в лицензию свою. Бля. Серьезное испытание, я понимаю, так. А я не помню. Сука, я прям ждал, когда ты это скажешь. Ой, сука, чуть ключи не уронил. А? Подожди, отлагаешь, потом говори. Вот теперь говори. Ну? Ну? Сука, ну роди быстрее. Ну что ты хотел сказать? Скажи уже, а? Я не знаю. Что я говорил, я уж не помню. Ой, сука. Опять залагал. Ну что ж такое, а? Ты можешь говорить быстрее. Ну? Ну? Что ты хотел сказать? Ничего, все, я качаю сборку. А, ну... Ты еле-еле слово «ничего» выговорил, все ясно. Ну, ожидаем. Ты установил что-нибудь? Качаю. Это уже хорошо, это уже что-то. Не, ну теперь-то он не должен мозги антиком это насиловать. Да у него шиза бесконечная, все равно, какая разница-то. Бесконечная шиза. Это, знаешь, это как эта игра «Бесконечное лето», а это «Бесконечная шиза». Просто он, пацан, какие-то голые фотки животных скидывает, непонятно. Аниме какое-то кидает. Аниме? Арсений! Чё? В версии Windows 20.04 это, короче, в диспетчере задач показывается температура видеокарты. У тебя тоже? А у меня не приходит обновление. У меня 19.09. Это потому, что, скорее всего, я слежку отключил. Ну, у меня 19.09 версия, сука. И теперь будем сидеть и дрочить друг друга, называется. О, загрузился. У меня даже скин свой. Блять.
меня за пипский скин, сука. Это вот знаешь из-за какой хуйни? Я захожу с лицензией, а какой-то долбёб под этим же ником моим зарегистрирован в этом, блять. В этом, в Т-лаунчере. И теперь у него такой скин какой-то пидорский. Мне перезаходить надо, потому что какой-то гандобля с хуекрылой. Мразь, блядь. Хуи, блядская пизда, мудрый прохуёт. Да, сейчас я. Это как Денис Лидер ТВ говорил. Страхопиздящая ты залупоглазая, блядь. Пиздоблядский ты мудопроёб, нахуй. Восьмисисячная ты трепиздень, блядь. Так, мне кажется, я сейчас пойду на гол, да? Или как мы сейчас будем теребить 30 минут, я так думаю. Зачем? Нет. А у меня что-то не определяет сервер сладкий. А ты, я тебе порт не сказал, ты как нахуй подключиться собрался? А, так, погоди, ну, погоди, адрес я ввёл так. Адрес, потом двоеточие и порт. Я без порта решил подключиться. Блять, ёбаные вороны орут в Майнкрафте. Заебли, дилды ебаные. Ты водишь? Да. Блять, ну наконец-то. 5-1-4-6-5. Сука, у меня пивербинг, блять, сел, вентилятор остановился. Сдохнем, гнида от жары называется. Ну пиздо. Все. Прохлада ебать вернулась. Блять, куда поехал? Ну, вентилятор, сука, поехал, нахуй. Магадан. Ехай, нахуй. Ой, блядь. Хочешь, тебе какую-нибудь охуенную историю расскажу? Да, я уже вижу. Проблема с туннелем. Он не подключается, не удалось подключиться к серверу. Какого хуя? Недействительная сессия, перезапустите лаунчер и игру, блядь. Слушай, ну у меня 18 FPS. А, ну заебись. О. А, заебись, превышено время ожидания. Ну давай попробуй, блять. Методом анального тыка, я понял. Ну хоть подключение по хамачу все еще прямое, а не этот ретранслятор, блять. Только что это дает? Нихуя не дает. А, ну да, блять, давай зависти, конечно же, давай. А, у меня загрузка идет, нахуй откатывается назад. Это заебись, да? Да. Охуенно. Блять, ну запустись, пожалуйста, ну заебешь уже. Так. Все три идет, отлично. Блять, вся нахуй антивирус порубали, сейчас у меня, блять, комп треповать будет, ну похуй, ладно. Да нахуй. О! Блять, ты че орешь, а? Скрин, сука, у меня блять, у меня чуть голод не улетел, ты охуел, что ли? Ошибка входа, недействительная сессия. А, это у тебя это выпало, короче, тебя из лицензии. Бля, пиздец, сколько мы ебемся с этим, а? Ну ожидайте, пожалуйста. Слушай, Арсений, что это за анальное теребление? Будь здоров, сладкий. Слушай, чувак, ты можешь мне объяснить? Вот смотри, телефон использует... Да, телефон слушай. Использует ОЗУ. Пропал. Блять, оптимизацию? У меня, блядь, становится 1.7. Заново. Где оптимизация, сука? Заново. Тебе там, нахуй, инопланетяне это анус прозондировали, походу. Ты как удумал? Ну ты пидор. Это, ты в курсе, что заба... Ты в курсе, что забанили порно 365? Ну я понял, а что это? Сайт, ёпта, с видео! Показания счётчика. Да. Так, ну и? Их, по-моему, раз в полгода банят, у меня такое чувство. Пигион хаб. Угарная нарезка. Ну, бля, это пиздатая, конечно, интруха. Скажи, пожалуйста... Этот порт, если он у тебя есть. Если он у тебя есть, подай знак, блядь. Сука. На сервер зашло, на сервер зашло, Арсений, на сервер. А, ну ненадолго. Блять. Ненадолго, мой юный анальный друг. Блять, ты знаешь, что такое юный анальный друг? Это глист, нахуй. Блять, ну как еще назвать?
Почему глист? Ну, он же анальный друг. Анальный друг может только глистом быть. Шумы подавляет меня этот Дискорд же, он шумы подавляет все. Да, шумы подавляет только твой анус. У меня, кстати, тоже подавление. Сервер меня сейчас пошлет на голубя. Чё? Не удалось подключиться к серверу, отключение. А самое худшее, что ты типа похинул игру два раза уже. Подотри анус. Все, не работает. Ну, короче, цени робят опять. Четвертый раз покинул нахуй. Блять, так, сейчас нахуй. Блять. Ну давайте. У меня еще нахуй дурка за мной приехала. Сейчас, погоди. Чувак, вот все работает, работает, работает. Ты знаешь, как все, что произведено в Украине, работает ровно 5 минут. Опять вот, сука, идет, идет загрузка, короче, и откидывает обратно. Вот гандона. Это почти, знаешь, синдром Ведьмака, когда 112%. Ну, ожидаем, как говорится. Сейчас с вами свяжется наш сотрудник никто. Что у тебя все там падает без конца? Че ты гремишь, а? Бля, ёбаный дятел, че слона? Что ты ржешь? Как тебя нахуй еще назвать? Ёбаный ты дятел, блять! Ты мои нервы, сука, испытываешь, да? Я сейчас... Блять, я тебя захуярю. Блять, опять ты долбишь. Удалительный хост принудительно разорвал текущее подключение. Чувак, я зашел. В смысле, ты куда ты зашел? На сервер. Каким хуй? Как ты, блять, это сделал? Мак обоссаны, да? Че? Ой, блять, заебал мне этот сервер. Мне интересно, то, что я телефон закрепил на дереве, это как-то мне сейчас поможет в улучшении качества интернета? Ну ты, по крайней мере, не вылетел, это уже что-то. Так, что у нас база-то где? Ой, а что за ниндзя саны? А вот это жители, которые ничего не продают. Ниндзя саны. Сука. Сколько мы там теребили, чувак? Что именно? Ну, чтобы это подключиться наконец-то. Ну, где-то на 2 часа, я думаю. Да тут пострашнее проблема. О, паучок. И паучок Игнатий. О, улей. Не трогай их, а они себя это будут долбить. Ванал. Не, они меня не долбят, это другой улей. Не из Форестри. Кстати, чувак, я о, не хочу. О, это что за анальный призрак? Я понял. А что это было? Да я не знаю, типа эфрит, но белый какой-то. А, санина. Меня тут немножко скелет и чпок. Чпок. А меня зомби. А я вижу паучек, Игнати. Чё, за мной? Да. Сука, у меня еще какой-то эффект какой-то наложен. Сука, гандон, я не успею. А может и успею? А, ну, замечательно. Сука, спустя 3 часа мы все-таки начали играть, охереть. Чувак, будем молиться на мой интернет. Закрепил на дереве телефон. Сука, ты, конечно, да, на дереве, сука, телефон повесил. А здесь Санина Мэна, кстати, нету? Нет, дивана и РПГ здесь нету. Там чем выше, тем сильнее сигнал просто. Это только в этом году это прошло. Да, это понятно. Ну, так спутник же летает. Какой спутник, Арсений? Это мобильная связь, это сотовая вышка. Ну, да какая нахер, ты думаешь это? Нифига. А зомби теперь не войдет, только если паучок Игнатий. Паучок Игнатий войдет? Мой анус. Чё? Ты чё? Ты чё? Зачем ты так пугаешь Арсений? Всё, я понял. Это, а чё, Арсений, по поводу вектора нашего развития в этой сборке? Чем заниматься-то? Все-таки. Ну, я тебе уже сказал, я хочу пока что ачивки мистер Крейфиш Furniture Mod выполнить. Сука? Ты чё? Чё там?
Там дресня завелась. Давай, у меня щит. Санавыработку надо здесь сделать. А, я понял, меня убило целое ничего, да, я как полагаю? У тебя галюны. В смысле, тебя убило целое ничего? Меня не убило целое ничего. Инсульт был? Инсульт жопы. Кстати, а ты помнишь, вчера был момент, когда я вчера начал читать название модов? Да, естественно. Несколько не останавливаюсь. Арсений, вот зачем ты мне это скинул? Дробитель, микросхема. Во, микросхема, да, действительно. Здесь. Ну, чувак, как говорится, ну давай, ну начни, я тебя внимательно слушаю. Все нормально, все стабильно. Стабильно. Экономика поднимается. Ой, тут сколько сосней, эндермен еще есть. Ему же глаза нельзя смотреть, правильно? Да. Или он так перевозбуждается? О, нихера. Майнкрафт смог нагреть мою видеокарту. У меня 59 градусов пишет видеокарта. А у меня их из-за сколько градусов? Потому что 19.09. Да. Арсений, я, короче, вспомнил про эту. Ой, сука. Про криперов вспомнил. Он упал. Почти упал. Но нет. Не, я про интернет. Сука, вот когда хп мало, вот этот звук, знаешь, сердцебиение прям. Угу. Возбуждает, да? Очень. У тебя, кстати, какой уровень? 16-й. Крошечный кактус. Ой! Пиздец. Ой, там шелупонь, чувак, заспавнилась прямо передо мной и сразу возбудилась. Мгновенный эффект возбуждения, да? Одну минуту. Ты понимаешь, это незаконный спаун сосни разный. У них нет регистрации на спаун. Вот именно. У меня сейчас чпокнет. Непринужденная, очень болезненно. Дальний кустик. Это типа как это волосы в жопе, что ли? Ну да. Так, ну в жопе их никогда не бывает. Радость шахтера. Сука, шампунь, блин. За шампунь радость шахтера, типа когда ты приходишь со смены весь черный и отмываешься. Ага. А это какой-то ссаный цветок, из которого тупо розовый краситель можно сделать. Но он дает ачивку, которая называется «Жизнь находит способ найти шахтером цветок радости глубоко в пещере». Глубоко в анусе. Найти шахтером цветок. Они что, пидоры, что ли? Блять. Знаешь, чувак, знаешь, что лежит под углем? Сука, я здесь, рядом с углем лежит моя смерть в этой обоссанной нефти. Слушай, как ты сдох в нефти? Я не сдох, я застрял. Я застрял. Аквафор, бля, я застрял. Сука, ебаная нефть отпускает меня. Отпусти меня, ебучий нефть. Здесь просто это, вместо песка здесь этот гравий. Ну это Анталия, да? Нет, это не. Это как раз таки Сочи, чувак, потому что в Сочи там это гравий ссаный. Там камушки это идешь, они тебе прям это. Сука, это. Эти. Как они, блять, называют. О, верблюд ссаный. Это. Вены они тебе режут на ноге, вот, и больно просто идти. Ты отдыхаешь от потери крови. Логично. О, я верблюду ссаный нашел, или это не верблюд, что это? Это Сасик, Стасик. Это у нас... А, это лама. Ламу зовут Стасик, Сасик. Кайф. А эти чё? Я вот уже бегу сколько метров, тут, короче, вот этот дресня, который вот этот дуб, у которого очко маленькое, но он растет медленно. Я уже пришел в какой-то елдовый лес. Дуб, у которого очко мелкое. Тут, короче, о, вулкан есть тут рядом. Казино? Да. Так не надо. Чувак, а может золотое яйцо сделай просто, чтобы было? А что она дает? Не знаю, просто стоит. Это голубь, типа подарок?
Да, такой с 8 марта пидрило. А я бегу и уже и не бегу. И встречаюсь с Анной Гивией. Я бегу, но у меня ничего не бежит. Это чувак, это вы знаешь, просто очень сильно этой фразы не хватало. А у меня упало. А у тебя упало, да? Минус коррекция. Ой, выпало росток обоссан и гивея. Я сейчас тебя зацелую, блядь, мой сладкий. Да, я видел, что чё, есть. А чё за елдовые эти дрисни, как они называются, которые вот орёт ещё, который каркает? А, дилда. Чё ворона. За дилда? Ну, где они? Они просто саундфильтр. Отсасывают. Да, сосут фильтр. Ох, сколько здесь! По-моему... Охренеть, сколько здесь да. Низкочленистые руды. Откуда ты столько руды-то взял? Чувак, я же тебе говорил, её просто до хера, абсолютно. А, я такого еще не видел. Потрясающе. Ну, дивись, что потрясающе. Оно потрясающе. Электросасик. Сасик, стасик, абасасик. Слушай, чувак, если вы у нас это, знаешь, что сделали? Разрешили все-таки гей-пати, ну, в смысле, однополые браки, то, знаешь, наша песня «Анальное кольцо» очень даже популярной стала бы. Понимаешь, к чему я клоню? А чё ты здесь за скин поставил нигера? Это не нигер, ты где ты видишь, он вообще седой и белый. Седой, он седой же. Почти. Да вообще, этот чувак, как бы я рандомно забил, типа, скин священника, и вот оно, да. Чувак, ты, конечно, понимаешь, что дверь оставил открытой, но да. Какая-нибудь сосня зайдет, трахнет нас, когда мы в кровати, и все. Действенность потеряется. Ты поспать будет... не хочешь? Давай. Сейчас все равно гроза, так что давай. Сейчас грозу попали. Все равно. Два пиздера. Поэтому я и сделал, чтобы валетиком, а не рядом. А что, все, гроза прошла, типа утро наступило?